От аквапарка и тренажерного зала до Большого центра здоровья и развлечений. 21 сентября свое 5-летие отметил «Нептун». Для любителей водных развлечений здесь подготовили большую праздничную программу. На первом юбилее побывала и наша съемочная группа. В «Нептуне» всегда весело и интересно. Уже 5 лет в будние выходные здесь слышится восторженный смех детей и взрослых. За порцией адреналина, хорошего настроения они спешат в аквапарк. Бани, сауны, бассейны, джакузи и, конечно, водные горки с невероятными поворотами. Куда в следующую секунду на большой скорости направит поток воды на аттракционе, не предугадать. Мне нравится синяя горка, потому что там есть большой водоворот и когда мы катаемся, можно залететь задом, и это будет очень интересно. А мне нравится больше всего вот эта вот бело-синяя горка. Но она интересная, с ней закручиваешься. А сегодня для всех посетителей большой сюрприз – праздничная программа. Свой первый маленький юбилей отмечают дружно и весело. Викторины, конкурсы, загадки и театрализованное представление. Праздник своими силами подготовили сотрудники аквапарка. Свой семейный праздник вместе с «Нептуном» отмечают орияховы. В Петропавловск приехали из соседней области. Есть зона для детей, тепло, уютно. Есть зона, где можно посидеть, пообедать. Тебя приятно встретят. Мы сами, жители из Кокшетау, приехали сюда второй раз праздновать день рождения своего сына. Нам здесь очень нравится. Желаем комплексу успехов. Процветание. Из простого аквапарка за 5 лет «Нептун» стал большим центром семейного отдыха и здоровья. 5 лет назад аквапарк «Нептун» открывал наш президент Нурсултан Абишевич Назарбаев. Нам было это очень дорого, почетно, ценно. До сих пор этим гордимся. За 5 лет, конечно, многое изменилось. Мы не стоим на месте. Открывали аквапарк с комплексом услуг. Сейчас, конечно, мы можем похвастаться гораздо большим. У нас теперь кафетерий на первом этаже, солярий, кабинет массажа прессотерапии, у нас фитнес-центр, у нас огромная зона кроссфита, увеличился тренажерный зал. А вот то самое царство железа. Штанги, гири, гантели и в ряд десятки тренажеров. Их здесь больше 60. Сила, упорство, выносливость. Эти качества нужны каждому, кто переступил порог тренажерного зала. В часы пик здесь могут заниматься до 80 человек, и никому не будет тесно. Мне нравится оборудование, как здесь все устроено. Нравится обстановка. Самый продвинутый, самый комфортный. Здесь всегда приятная атмосфера, хорошие тренера и классные люди вокруг. Ухожу часто, мне очень здесь нравится. Во-первых, дешево, все доступно, хорошие условия. Это самое, и бассейн. Построить тело мечты помогают тренеры. У каждого персональная программа. Для любителей работать в команде есть групповые тренировки. У нас очень много направлений, очень большие возможности материально-техническая база. Есть зал единоборств, занятия по кроссфиту. В самом тренажерном зале это развивается и пауэрлифтинг, бодибилдинг, фитнес, бикини, да, выступают у нас спортсмены. Ну, глядя на этих людей, конечно, люди, приходящие в наш клуб, хотят также выглядеть, также себя чувствовать, такими же быть сильными. И поэтому как бы мотивация здесь зашкаливает. Двери в царство «Нептуна» открыты с раннего утра до позднего вечера. Очень удобно для тех, кто выкраивает время перед работой или после нее. Немало сюда ходят студентов, школьников и малышей. Современные методы очистки воды, квалифицированные специалисты, удобный график работы и хорошая материально-техническая база. 5 лет – это только лишь начало. Впереди много планов и идей. Каких – в «Нептуне» пока не рассказывают, но обещают. Постоянных и новых клиентов все новшества порадуют. Ксения Куценко, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК.